Мероприятие традиционно началось с приветственных слов представителей Казанского федерального университета. Далее преподаватели Казанского федерального приступили к награждению победителей квеста «Моя Россия», который проходил немного ранее. Соревновались юные умы в знании истории России. Среди призеров оказались студенты Института международных отношений, Института управления экономикой и финансов, ну а первое место занял Институт психологии и образования. Награждается команда, занявшая первое место. Мы будем продолжать работать в этом направлении. Итак, дипломом награждается команда Института психологии и образования. После торжественного вручения наград победителям мероприятие плавно перешло в формат круглого стола, участниками которого стали 80 человек. Ключевыми темами стали молодежь группы риска «Кто это?» и психологическое сопровождение молодежи группы риска. Эксперты и участники мероприятия рассматривали разные ситуации в поиске решения данных вопросов. И вместе с Институтом психологии и образования мы уже не первый год проводим круглый стол, который называется «Мы связаны с тобой одной судьбой России». Но также в рамках этого мероприятия мы проводим уже несколько лет и квесты, которые объединяют студентов. Чаще всего мы всегда целевая аудитория – это студенты первого курса. Завершилось мероприятие. Церемонии награждения победителей и призеров фотоконкурсов «Образ России в объективе» и к семейному альбому «Прикоснись». Аделина Зинатова, Фарид Захитуглы, Универ Ньюс.